И зеваем мы. Доброе утро. Да, сегодня у нас 5 мая. Да, всем желаем хорошего настроения. Аня, сейчас будем тренироваться, да? Да. Заниматься. Обязательно. Стараться. Аня сегодня мосты. Да, Аня обязательно будет делать мосты. Обязательно. Будем танцевать. Да, Игорь? Да. Танцевать будем? Не-а. Как это не-а? Отрабатывали дома все? Понятно. Ну, в общем, ребята, всем доброго утра, доброго дня, хорошего настроения. Так, ты что, кашляешь? Не кашлять. Идите сюда. Что всем желаем? Хорошего дня? Хорошего дня. Хорошего дня? Хорошего дня, хорошего настроения. Игорь уже начал что-то там отрабатывать. Всем всего хорошего, да, Арин? И да. Приходите к нам на тренировки, не болейте. Всем всего самого доброго. Да. Всем пока-пока. Пока. Приходите. Подписывайтесь на нас в Инстаграм. Подписывайтесь на наш канал на Ютуб. Да? Вот. Давай какое-нибудь колесо сделай, Арина. Пусть люди увидят, что это тут у нас без разминки. Нужно тоже... А, ну давайте сделайте зеркально. Повернись, Анют, к ним. Ты с одной стороны, с другой. Давай. Так, только не торопитесь. Раз, два, во, отлично. А еще разочек. Еще один. Давайте. И раз, и два. Вот такое вот у нас доброе утро, добрый день. В общем, мы начинаем тренировку. Всем пока.